С запуском государственного портала электронных услуг получать услуги онлайн стало легче. Доступ к порталу обеспечивает ваша электронная подпись. Электронная подпись является вашим цифровым паспортом, а размещена она в том числе на чипе биометрического паспорта образца 2017 года. Важно помнить, что ключом доступа к вашим персональным данным является ваш паспорт, и передавать его в незнакомые руки нельзя, так как на нем размещена ваша электронная подпись. Сегодня с помощью электронной подписи и благодаря запуску единой системы идентификации вы можете из любой точки мира зайти на государственный портал электронных услуг и своевременно получить необходимые государственные услуги. В дальнейшем через свою электронную подпись вы сможете получить электронные услуги на любых ведомственных порталах. Государственный портал электронных услуг расположен по адресу portal.tunduk.kg.